Сегодня мы на мероприятии занимаемся развитием донорства костного мозга, и каждый желающий сегодня в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющий противопоказаний, житель города может вступить в регистр доноров костного мозга. Каждые 20 минут один человек Российской Федерации узнает, что у него рак крови. И для него последним шансом на жизнь может стать как раз-таки данная процедура. Это трансплантация костного мозга или донорство кроветворных клеток. Именно поэтому мы занимаемся развитием донорства костного мозга у нас на территории Республики Крым. Сегодня все желающие могли вступить, сдав соскоб, эпителия, щеки. Однако каждый день в любом городе Российской Федерации каждый желающий в рабочее время может сдать 4 мл венозной крови в лабораториях инвитро или ЦМД, тем самым вступить в регистр и спасти кому-то жизнь. Сегодняшняя цель нашего мероприятия – это, первое, создание базы доноров костного мозга, второе – это ярмарка, естественно, на ярмарке представлены мастера разного профиля, но есть еще и отдельный стол ярмарки. Это наши поделки, творчество наших деток с центров для несовершеннолетних. Мы собираем этим же детям дальше на творчество, чтобы они развивали это дальше. А третий пункт нашего мероприятия – это мальчик Никита, который болен раком, и, к сожалению, из-за ковида он не имеет возможности пересадку стволовых клеток, так как донор не может приехать. Поэтому Никита сейчас находится в таком положении, что им очень нужно денежное средство для того, чтобы пребывать в той стране, в которой будет проходить дальнейшее лечение. И если вы сможете прийти к нам на мероприятие и тем самым помочь Никите, мы будем очень благодарны. Я думаю, что в данное время нам дает силы то, что мы не хотим огорчаться, не нужно смотреть на что-то печальными глазами или грустить. Мы, наоборот, хотим, чтобы люди в данный момент ощущали какую-то радость, теплоту, потому что именно она очень необходима в данный момент.